Латинское «эксельсиор» означает «все высшее». А еще, говоря так, имеют в виду знаменитый алмаз. Лестное сравнение в очередной Лиге чемпионской встрече на этот раз достаются соперникам. Многозначительный девиз звучал в разнообразных вариациях чешского клуба. От его оглушительного повторения сыпалась игра Немана. Такого количества попыток взять ворота противника силой мы не видели уже давно. Холодный расчет Витковице оказался эффективней. Они просто выжидали, и момент настал, причем дважды. Сумасшедшие скорости. Гродненские игроки не успевали вовремя оказываться на пятаке, не реализовывали выходы 2-1 из-за неточных передач. Упустили шанс в первом периоде, когда трижды получили численный перевес. И были наказаны. В конце первого отрезка игроки Витковице смогли подловить Неман на контратаке. Микаэль Вандас отлично протащил шайбу в нашу зону, после чего отдал точную передачу на Станислава Балана, который без труда реализовал задуманное. Комбинационный чешский хоккей оказался нам не по зубам. На 26-й минуте игры чехи вынудили Сергея Копыльца ошибиться в чужой зоне, после чего Вандас убежал от наших защитников и точно пробил в девятку ворот. Гродненцы имели большое количество возможностей отличиться, но Павел Кантер стоял стеной и не позволил хозяевам отыграть ни одну из шайб. В итоге разочарование 2-0. Было много удалений, мы опять не использовали большинство. Старались ребята, бросали один раз перекладину сразу во втором удалении, но не повезло сегодня. Не хочу сказать, чтобы не работали ребята, отдали хорошую работу. И для нас это очень отличный опыт, играть с так тяжелым соперником перед чемпионатом Беларуси. По накалу страстей Лига чемпионов определенно превосходит КХЛ. Здесь любой матч может решить будущее в турнире. Свой заключительный на групповом этапе гродненцы проведут в пятницу 4 сентября в Остраве, вновь против Витковице. Для выхода в плей-офф Неману нужно побеждать и надеяться, что чехи дома уступят немцам. Подопечные Милоша Холана совершают свое собственное путешествие. Их маршрут, правила, ошибки и удачи, которые нам с ними позволено разделить.
Нечастый случай для вида спорта, в котором правила устанавливают по большей части мужчины. Женская футбольная команда «Нива Белкарт» в свое время выиграла все возможное на юношеском уровне и перешла во взрослый футбол, где сталкивалась из сезона в сезон с командами более опытными. Так, спотыкаясь, учась на собственных ошибках, подопечные Дениса Левченко привыкали быть сильными и бескомпромиссными. Самым заметным событием для гродненской команды стало прошлогоднее выступление на центральном поле против одного из лидеров чемпионата – «Надежды Днепр». Уже тогда будущее гродненского женского футбола виделось в радужных тонах. Но звездный час длился так недолго. В нынешнем сезоне у Нивы пораженческие настроения. Матч против бобруйчанки закончился со счетом 0-7, а итог противостояния с футбольным клубом «Минск» 0-11. В связи с отсутствием должного результата снят с поста главный тренер команды. Сейчас вообще в женском футболе все команды очень сильные, все укреплялись, набирали легионеров. Мы, конечно, тоже усилились в начале чемпионата. Но потом, когда произошел такой казус, мы со мной не хотели подписывать дальше контракт, но все-таки подписали. И я уже согласился подписать на таких условиях, так как я понимал, что команду сейчас бросать нельзя, надо дальше что-то делать, что-то работать. Но я прекрасно точно так же понимал, что если я подпишу этот контракт, то я сам себе просто петлю на шею заброшу. Потому что как только я его подписал, какими-то моментами, нюансами, у нас ушли игроки, довели до того, что, в принципе, не было у нас финансирования, не было средств каких-то денежных, но все равно люди играли, люди хотели играть. Не всеми игроками выполнялась установка на матчи. Самые ответственные тянули всю команду, теряя силы, травмируясь, превозмогая боль. Карпович, Верхолайцева, Карпук только начинают вливаться в общий темпоритм. У двоих из них был полуторагодовалый перерыв. Оттого такая неровность в игре. У меня был разговор с игроками, белорусскими игроками из других клубов, которых я, молодых перспективных игроков, которые когда-то были у меня в сборной. Вот, я договаривался, разговор шел о том, чтобы эти люди пришли в команду однозначно. Но каждый раз все, то это не так, то не так, подождите, подождите. В итоге дотянули до того, что к нам пришли игроки буквально за месяц до начала чемпионата, за два. Притом люди пришли, я говорю, и работали же без зарплаты, так как они прекрасно понимали, что здесь не хватает каких-то финансовых средств. Просто команда работала за спасибо. За спасибо. Я не говорю, что там нам не выплачивали какую-то зарплату. Она выплачивалась. Потом со временем, через какое-то время, но это спортсменки. Они должны на данный момент питаться, чтобы какой-то показывать результат. Они должны чувствовать себя уверены в чем-то. Расстановка «Тренер плюс команда» отныне будет выглядеть иначе. В рамках чемпионата страны «Нива Белкарт» на своем поле принимала столичную «Зорку» БДУ, которая борется за чемпионство. Началась встреча с полного бездействия, а закончилась заявлением об уходе 10 игроков. Вчера, написав эту бумагу на увольнение, какая-то такая пустота настала, просто не знаешь, куда дальше деться. Ну, не знаешь просто, что уже как-то привык к этому всему, к команде, к играм, к тренировкам. Даже к этому отношению уже привык, если честно, к такому от начальства. И поэтому просто играл в удовольствие и вылаживался на все 100%. Обычно Ниве Белкарт удавалось не быть в хвосте, а владеть ремеслом в совершенстве, чтобы уметь контролировать ситуацию, а в некоторых случаях предрешать ее исход, как на поле, так и в жизни. У детско-юношеской футбольной школы появился живой символ. Коллектив клуба «Неман» взял под опеку редчайшего оленя, который проживает в Гродненском зоологическом парке.
имя 12-летнего красавца – капитан. С этого момента в число обязанностей участников команды и руководства входит забота об Олене Давида. Именно он является своеобразным покровителем футбольного Немана. Инициатива прекрасна, потому что позволяет совершенствовать такие качества, как гуманность и ответственность. Я думаю, что это очень важно. Многие клубы в Европе имеют живых талисманов. Одним из первых был козел из Кёльна. Да? То есть вот кёльнский футбольный клуб в 1957 году, по-моему, обзавелся таким талисманом. Зовут его уже 8 поколений. Хейнес 8 у них есть. Да? Вот, поэтому я надеюсь, что все будет у нас хорошо, у нас будут олени долго жить, но за этим оленем придет следующий олень. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. И я думаю, что это очень важно на самом деле. Ну, мы же не одни на планете живем, мы должны друг о друге заботиться. Да? И вот дети наши будут ходить сюда, смотреть. Считается, что олень Давида вымер в живой природе около 3000 лет назад. И сохранился лишь в неволе. В отличие от других видов, у него необычные рога, длинный хвост и широко расставленные копыта. К середине 19 столетия олень сохранился только в императорском охотничьем парке в окрестностях Пекина, где и был обнаружен французским миссионером Арманом Давидом. В 1869 году был вывезен в Европу и в настоящее время имеется во всех больших зоопарках мира. Осенью 1998 года исследователи Дафэнского национального природного заповедника открыли его ворота и выпустили несколько пар особей в дикую среду, где сегодня их насчитывается более 150. Олень Давида очень интересное, замечательное животное. Так же, как и олень Святого Губерта, он очень символичен сейчас для мировой природоохранной деятельности. Почему? Потому что олень Давида сохранился только в неволе. Еще в 16-17 веке популяция сохранялась в Китае при царском дворе, ну, дворе императоров, но, к сожалению, китайцы ее потеряли. Но в свое время англичане и французы завезли в Европу этих оленей. Одна популяция во Франции, группа, точнее, не популяция, она, к сожалению, не выжила, а в Англии выжила и дала возможность развести этих оленей по зоопаркам всей Европы и мира. И сейчас, естественно, что многие надеются на то, что олень Давида будет иметь такую же судьбу, как и Зубр. И Гродненский зоопарк присоединился к этой программе. У нас пара, то есть это самец-капитон, как такой, такой уже старожил, можно сказать, и молодая самочка, которая вот-вот должна достигнуть половозрелости. Быть решительным и смелым, а вместе с тем полным сострадания. Только так становятся победителями. Для будущих чемпионов фраза «Мы в ответе за тех, кого приручили» прямо сейчас приобретает новый смысл.